Здравствуйте, мои прекрасные друзья. Вот, решили вам показать старый Несебр с моей подружкой. Решили выпить тут кофе. Сегодня пасмурно, мы не на море, занимаемся делами адвокатскими и решили повеселить вас видом Несебра. Красивого, старинного, чарующего и приглашающего вас, а в данном случае нас, на свои красоты, но в данном случае мы хотим отведать кофе. Мы вам все расскажем. И вы представьте себе, как будто бы вы с нами. Вот крепость у нас чудесная, старинная. Лекция про крепость будет попозже. Сейчас я дарю вам полный расслабон и кофепитие. Невзирая на погоду не шепчущую, вроде как народ даже есть. Так, почти как Италия, но в 3 раза дешевле, как сказала Дуброва Комарова на канале. Ну все, чайки летают, люди ходят, море плещет, кофе ждет. Пока-пока, мои прекрасные друзья.